10 лет создавал эту компанию. Я не хочу смотреть, как она обанкротится. Но нам нужен стратегический партнер. Когда-нибудь слышал я про Infinity Gaming? Я узнал, что их владелец некий Дэвид Коти. Он воспитан в ортодоксальных традициях. Он никогда не подпишет договор со взрослым холостяком, понимаешь? У тебя есть пару дней, чтобы найти мне семью. Смешно. Любовь, не к ней его душа стремится. Главное, переговорить с моей бывшей женой. Let me put for heart, forgive me. Ален, а может ты сама как-нибудь? Я не буду играть твою жену. Ален, я заплачу. Давай-давай-давай, сюда. Хай. Хай. Тут ты с ума сошел, 3-6 утра. Это чего такое, а? Алена! Вам кого? Я разыскиваю свою дочь. Так уж в санатории. Как видите, уже нет. Доброе утро, Алеша. Это не дом, а дурдом какой-то. Это Алена, моя жена и мой заместитель. Сколько вы друг друга добивались? Месяц. Год. Вы обманываете хорошего человека и прикрываетесь моей дочерью и ее детьми. Я просто попросил Алену и детей сыграть роль моей семьи. Все! Нет такой роли. А ведь вы на нее запали. У кого? Сами знаете. Так, Алена! Я целых 7 лет пытался хоть как-то упорядочить свою жизнь. А ты за пару дней здесь все перевернула с ног на голову. И вот я уже дружу с твоей мамой, мне нравятся твои дети. Но я не готов, понимаешь? Не... Хватит. Вы же все откладываете на завтра. А если завтра не настанет никогда?